Юан, это был ваш первый матч за «Зенит». Как ощущения? Я счастлив. Я счастлив, потому что я думаю, один не играет хорошую команду сейчас. Но я счастлив, потому что много топ-игрок. И я счастлив. Вы говорите по-русски все лучше и лучше. Такое ощущение, что вы здесь не только тренируетесь, но и учите язык. Да, я хочу говорить русский. Я думаю, important adaptation. Потому что я хочу говорить русский игрок и strange. For me, important коллектив. It was a lot of fouls. Вам не показалось, что в первом тайме было очень много фолов и желтых карточек? Мне нравится контакт, нет проблем. Just меня чуть-чуть эксплозив. Just, ну, ты знаешь, 9-0 минут, мне 2 юан. Не самая лучшая погода, был довольно сильный ветер. Это как-то сказалось на игре? Я думаю, сейчас я не думаю физически, потому что я устал. Я думаю, мне нужно работать очень. Я забил доллар, и just я забил, just я хочу работать, потому что я знаю, если я хочу играть, мне нужно топ. Нулевая ничья, можно ли сказать, что сейчас это хороший результат для «Зенита»? Меня не играй, я хочу победа. No friendly game, no. В «Зените» говорят на разных языках. Всех ли партнеров понимаете? Партнеров тим. Я думаю, когда играй, в футболе универсаль. Так, один коммуникацион. Потому что мне нужна адаптация to команд. Но команд мне. Мне команд.